Известная российская певица Пелагея поделилась с подписчиками в Инстаграм умилительным видео со своей двухлетней дочерью Таисией. Певица не часто выкладывает контент с девочкой, но поклонники всегда приходят в восторг, когда знаменитость показывает свою малышку. В кадре Тася вместе с родителями рассматривает животных в зоопарке. Будь то звери или птицы, обитатели вызывают очень бурную реакцию у ребенка. Девочка показывает пальчиком на питомцев, выражая огромную радость. Подписчики пришли в восторг от дочки Пелагеи, об этом они написали в комментариях. Боже, эмоциональностью она в маму. Господи, это же милейший ребенок, столько радости и озорства. Ой, какой спектр эмоций, и очень бархатный голосок, куколка. На маму похожа и внешне, и по эмоциям. Поделились своими впечатлениями от видео фолловеры. Почему ноги короткие? Рудковская озадачила юзеров новой фотографией. Ранее 5defis.tv.ru сообщал, что Пелагея опубликовала трогательные фото с двухлетней дочерью.